Открой, Эд. Что, Сэм? Это я, Фрэнк. Кто? Фрэнк. Открой, Глория сказала, что ты здесь. О, Фрэнк, это ты. Какая у тебя вонь. Окно не можешь открыть? Конечно, могу. Бренди, виски. Эй! За должком пришел. Деньги? Будут. Будут монеты, Фрэнк. Будут. Деньги будут. Куда я ее дел? Подожди, сейчас. А, во! От ветерана армии Соединенных Штатов Эдварда Блэка. Я, Эдвард Блэк, ветеран Вьетнамской войны, требую от правительства денежную компенсацию за ущерб, нанесенный моему здоровью химическими веществами, применявшимися нашими войсками во время военных действий в Юго-Восточной Азии. Ну как? Как ты думаешь, куда мне лучше это отправить, а? В унитаз. Ты что? Один псих вроде тебя уже написал. Ну и что? А ничего. Законы надо знать. Правительство не несет ответственность за то, что какой-то болван дал себя подстрелить или отравился каким-то химическим дерьмом. Но у меня есть медаль. А? О! А? Медаль свою можешь выбросить в мусорный ящик. Кончай валять дурака, Эд. Помнишь, ты хвастался, что можешь угнать любой самолет? Ну, не любой, но, в принципе, могу. Через неделю-две перебросишь меня в Мексику. Что ты задумал? Отдохнуть. А перед этим поработаем. Есть настоящее дело. Нет. Настоящее дело я не потяну. Так и хочешь подохнуть в этой дыре? Мне 2, максимум. 3 года осталось. Я труп, Фрэнк, труп. Послушай меня, и остаток своих дней ты проведешь в лучших отелях, старина. Старина.